Знакомьтесь, абрикос, сорт Петропавловский. Растению 6 лет, был куплен, посажен двухлеткой. Довольна этим сортом. За эти годы я за ним смогла понаблюдать. И могу сказать, очень устойчивое это дерево к манилиозу. Это очень большой плюс. Морозоустойчивое растение. Ну, для юга Одесской области это не так актуально. У нас тепло достаточно. А вот манилиоз, это такие, да, некоторые сорта у меня заболели манилиозом. Собрала часть. Чувствую себя прямо королевой абрикос. Классные. Такие не стыдно на базар повезти. Первый сбор у меня был 12 июля, и как бы массовый такой сбор. Осталось чуть-чуть на дереве, они уже потом еще чуть-чуть, пару дней, они дозрели. Как вы видите, вес очень хороший, больше 100 грамм каждая абрикосинка. По поводу вкуса, кислоты вообще нет. Очень сладкий он, кроме того, что он крупный, и он сладкий, мясистый. Косточка у этого абрикоса не крупная. Ну, надо сказать, что вот именно его используют для еды, в закрутке даже жалко его перерабатывать. Очень вкусный и такой имеет товарный вид. Рекомендую сорт. Приятного аппетита!